Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Если вас интересует какая-нибудь недвижимость, и вы Alanya, обращайтесь, поможем, чем можем. У нас самые лучшие цены на этом рынке. Нашел трехкомнатную, двухуровневую, просторную квартиру с хорошей инфраструктурой, недалеко от моря. Дорогие зрители, спальня у нас как минимум 18 квадратных метров. Вся мебель и техника новая. Первый санузел нижнего этажа. Сюда нужно установить проточный водонагреватель. Здесь у нас балкон, кусочек вид на море, отсюда, а так вид на соседнее здание. Тут строится качественный проект. Это улица Барбаросса, там под этим зданием БИМ, сеть магазинов БИМ, ШОК и тому подобное. Все на шаговой доступности. Расстояние до моря максимум 250 метров. Первый балкон, наверху у нас терраса, рольставин тут нету, так, в этом проекте у меня две квартиры на продажу, 1+1, я их не снимаю, говорю вам, цена у одной 105, 1 115, 1+1. Качественный застройщик строит. Кондиционер фирмы Электро. Здесь у нас прихожая нижнего этажа. Кладовка под лестницей. Деревянные лесенки. Каппадокия тоже у нас в Алании. Вторая большая спальня. Также выход на балкон. Кондиционер также фирма Электро. Это у нас второй санузел. Поднимемся по лесенкам. Так. У нас гостиная комната на верхнем этаже. Большая. Три санузла, дорогие зрители. Редко в трехкомнатной квартире 2+1 бывает три санузла. Встроенный шкаф. Зашел, там снял одежду, поставил обувь. Вот тоже большой санузел с душевой кабинкой. Мягкая мебель. Как она открывается, кажется, назад. Да, вот так открывается назад, вперед. Сюда нужно купить телевизор. Здесь у нас кондиционер фирмы Копа. 18 БТУ. Открытая терраса. У нас также электрический Rolls. Маркиза электрическая. Вид на море.
Южная сторона. Так. Бытовая техника фирмы Regal. Все новое. Вытяжка, плита, духовка фирмы Kumtel. Воду перекрыли. Гранитная столешница. Все, дорогие зрители, я сейчас пойду вниз, покажу вам всю инфраструктуру и там же скажу цену этой квартиры. Айдат на данный момент уже обновили 250 лир. Тут есть открытый бассейн, фитнес, сауна, хамам, также крытый бассейн. Значит, на этаже у нас 4 квартиры, 1, 2, 3, и вот позади меня 4-я квартира. Сейчас покажу я вам лифт. Тут лесенки, чтобы спуститься. 1 лифт. Вместимость 6 человек. Проект был построен 5-6 лет тому назад. Тут нет никакой информации. Ну, сейчас сами увидите. Итак, вышел я из лифта. У нас здесь лобби. Тут крытый бассейн. Тут фитнес там. Тренируется. Вот. Санузлы. Вот это кухня, чтобы беседка. Открытый бассейн. Там сауна, хамам в той стороне. Цена квартиры 144 тысячи евро. Пока не конец ролика, сразу сказал, еще в конце скажу. 144 тысячи евро. Есть торг. Деревья. Звоните. Цену лично обсужу для вас по хорошему прайсу. Цены продадим. Здесь у нас детский бассейн. Такой вот вход. Тут у нас пандус, теннисный стол, бильярдный стол, детская игровая комната. Сауна, оказывается, в той стороне. Сейчас я посмотрю. Так, здесь у нас вход, вот такое здание. О-о-о-о. Так. Так, вот сауна. Сауна работает. Руководство. Как его включать? Так, придется мне вам включить. Так, вот большая сауна. Это что? И римская парная комната. Хамама нет, оказывается. Не знаю, по каким-то дням работает. А, нет, из-за пандемии временно закрыто написано. О, видите? Видите. Все, дорогие зрители. Цена квартиры 144 тысяч евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. +90 555 064 91 10. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.